Мы снова в туре. Тури – это деревня в Финляндии. С таким красивым дворцом. Вернулись. К нашему любимому дворцу. Сейчас покажу тебе. У нас сегодня 3 марта 2021 года. Вот, давай смотри. Привет всем. Привет, привет. Наш любимый ангел. Хочу сначала показать вот этот красивый зал. Мне он очень нравится. Молодец какая. Только спинку держи прямо, киса. И рот закрой. Его не обязательно раскрывать так все. Боюсь, а когда боюсь. Ничего, научишься. Твои первые шаги. Ты че убегаешь? Поверните меня. Мой хороший. Все, поехала Ева? Да. Молодец. Довольные. Да, мы должны сказать еще, что вот этот дворец в Туре — это торговый центр. Это такой большой магазин, в котором продается все. Хочу снять еще вот этот очень красивый зал. Мне тоже очень нравится. Ребята! Здесь находится наш любимый ресторан, в котором ребят, мы сейчас идем. Ребят. Красивый лев, да? Я хочу посмотреть, как это снять. Да, вот мы пришли в ресторан. Ева сидит на красном диванчике. Да? Хочу заснять это красивое место. В магазин. Вот это центральный вход в магазин. Вот это торговый центр. И сейчас мы тут что-нибудь купим.
вот этот красивый пол. Мне так нравится пол. В игрушечном отделе, да? И Ева выбирает себе игрушки. Да, осторожнее, не упади. Мама. Сейчас Ева наберет себе что-нибудь. Вот мы уже много чего набрали, но... Еще здесь прямо в магазине есть вот такие красивые львы. И такие львы по всему этому магазину. Вот такая красивая дорожка у нас. Ого, где зимнее царство? Мы попадаем прямо в зимнее царство. Так никогда не видела. Смотри, иди. И ты станешь реально королевой. Давай. Мы попали в сказку. Я королева. Ты королева. Снежная. Сейчас будешь снежной королевой. Я не снежная. Это царство снежной королевы. Я уже посмотрела. Да, и мы входим в царство снежной королевы. Я хочу пойти туда, подожди. Мы сейчас туда идем. Проходи. Вообще здорово, да? Я первый раз такое тут вижу. Сестра, Анна, ты где? Магазин в туре умеет поразить. Мама, все время что-нибудь новенькое, интересное. Вот туда на лестницу. Сейчас ступишь. Ты стала снежной королевой, да, Ева? Да. Ты попала в сказочное королевство. Это такие красивые снежные зайчики. Я расскажу эту историю. Очень хотим. Я сошла какие-то огоньки. Я хочу заснять это волшебное дерево. Сейчас я сниму тебя. Я хочу рассказывать. Ну, давай, рассказывай. Что ты хочешь рассказать? Я снежная королева. А знаете, кто... Если бы мы бы знали, мы бы тебя одели по-другому, да? Если бы мы бы знали, что они сделали такую красоту в этом магазине. Следующий раз оденете. Обязательно. Хотите, я вам... Это моя солнышко. Мы на ней. А, это твои зайки. Да. Это кусок. Это мелок. Это рядом с ней. Братик снизу. Очень нравятся вот эти прекрасные дивные лебеди. Я тут залипла. Ты тут залипла? Да. Я тоже тут залипла, это здорово. Да. Мам, ты хочешь танцевать королевский танец?
Зал красиво смотрится вечером, да? Просто сказочный зал. С подковой счастья. Потолок в виде неба. Я снимаю, какие-то куклы накупила сегодня, да? Ну не мешай. Ну, куда ты ее хочешь брать? И плюс смартфон еще, да, Юся? Куклы у тебя всяких разных теперь. Робот, да? Блестит весь. Это мы пришли в игровой зал. И здесь нас встречает вот такой робот. Сейчас Ева пойдет играть. Давай залезай. У нас какая красивая игровая площадка для детей. Сейчас у нас Ева будет скатываться с горки, да? Давай быстрее, Юсь. Давай, Юся, лезь. Давай скорее. Давай. Заодно успела заснять мужика. Ну? Иди с горочки-то скатись. Чего? С горочки скатись. Ты же любила раньше. Много, то есть. И скачусь. Ладно. Сейчас залезу там. Ну, не, я не могу. Скирай. В торговом центре. Маленькая сказка для детей. Мы сегодня возвращаемся поздно вечером домой, поэтому уже стемнело. И мы снимаем в темное время суток.